Как я вижу, мы живем в 3,5 измерениях. 3 по осям координат, понятно. И 0,5 измерения – это ось времени, по которой мы можем идти только вперед. Возможно ли нам по оси времени перемещаться назад в прошлое? Это возможно только для Господа Бога. Есть знаменитый вопрос, может ли Бог создать камень, который он не может поднять сам? И ответ в Писаниях очень прост. Конечно, может. А нелогично, да. Не увязочка. А ему все равно.